Вера Карасева. Хлебные крошки. В магазине было холодно и очень темно. Только на прилавке у продавщицы мигала коптилка. Продавщица отпускала хлеб. У прилавка с одной стороны тянулась очередь. Люди подходили, протягивали карточки и получали кусочек хлеба. Маленький, но тяжелый и влажный, потому что муки в нем было совсем мало, а больше воды и хлопкового жмыха, который ленинградцы называли дурандой. А у другой стороны прилавка кучкой столпились дети. Даже при слабом свете коптилки было видно, какие у них худые, изможденные лица. Шубки не облегали ребят, а висели на них, как на палочках. Головы их поверх шапок были закутаны теплыми платками и шарфами. Ноги в бурках и валенках. И только на руках не было варежек. Руки были заняты делом. Как только у продавщицы, разрезавшей буханку, падал на прилавок хлебная крошка, чей-нибудь тоненький озябший палец торопливо, но деликатно скользил по прилавку, поддевал крошку и бережно нес ее в рот. Два пальца на прилавке не встречались. Ребята соблюдали очередь. Продавщица не бронилась, не покрикивала на детей, не говорила «не мешайте работать, уйдите». Она молча делала свое дело, отпускала людям их блокадный паек. Люди брали хлеб и отходили. А кучка ленинградских ребят тихо стояла у другой стороны прилавка, и каждый терпеливо ждал своей крошки.